Привет, Легоделы! Ко дню защитника детей корпорация Лего анонсировала небольшой бесплатный наборчик под названием «Детский парк приключений». Получить его смогут покупатели, сделавшие покупки в интернет-магазине в сумме от 90 евро. В коробке с новинкой можно обнаружить две мини-фигурки – мальчика в кепке, клетчатой рубахе с бананом в руке и девочки в полосатой толстовке с синим мороженым. Им предстоит поучаствовать в конкурсе кидания колец на уточек, измерить свою силу удара с помощью молота и весело провести время в стилизованной под джунгли качели в форме большого желтого банана. Дизайн аттракциона венчает торс обезьянки, все с тем же набившим оскомину бананом. Хоть набор невелик и состоит всего из 10 деталей, но он получился милым, его не портит простая конструкция, получившаяся функциональной и красивой, с высокой игровой ценностью. Хотя чувствуется его бесплатность в виде 10 наклеек, что очень много для такого наборчика. Друзья, а понравилась ли вам эта новинка? Напишите в комментариях.